Здравствуйте, дорогие друзья! M-Forum рад представить вам новый девайс от компании Nokia. Это для многих долгожданный сотовый телефон, смартфон Nokia C6. Итак, первое видео, как всегда, посвящено распаковке, тому, что находится в коробочке. Ну, вначале покажу, как выглядит коробка, различные надписи. Надпись Black, это означает, что у нас аппарат будет черного цвета. Ну, собственно, коробочка стандартная для телефонов Nokia. Единственное, что смутило, это на передней лицевой части нарисован телефон белого цвета, а внутри он черного цвета. Я имею в виду сам аппарат черного цвета. Логично было бы две разных упаковки сделать. Итак, распаковка. Вот здесь вот наклеечка. Значит, еще вот такая вот штучка была на упаковке. Аппарат к нам пришел полностью запечатанным. В общем, как вот только-только его купили. Итак, распаковка. Открываем. Здесь находим сам аппарат. На нем находилась наклеечка. Вот здесь вот наклейка была. Наклейка удобная. Сейчас я вам ее покажу. Вот, собственно, наклейка. Она вот такая вот, тоненькая. То есть, теоретически, те, кто не хочет покупать дополнительные наклейки, вот может ее использовать. Она нормально держится, в принципе, ничего не мешает, и рисунка на ней никакого нет. Откладываем ее в сторону, значит, аппарат тоже. Итак, открываем. Что внутри? Внутри у нас вот такое вот замечательное зарядное устройство, маленькое, компактное. Дальше, гарнитура, проводная гарнитура. Сейчас мы ее достанем. Зацепилась там. Ну, гарнитура обычная, стандартная, ничего тут такого сверхинтересного нет. Вот есть кнопка для ответа на звонок. 3,5 мм, ну и пластмассовые сами по себе наушники. Ну, о качестве звука мы поговорим позже. Дальше есть USB кабель. Вот такой вот, никакого не достану. Вот такой вот USB кабель. Не знаю, почему производитель не может его сделать подлиннее. Лично мне неудобно таким коротким кабелем пользоваться. Можно было и уж и, как я и сказал, подлиннее его поставить в комплекте. Далее у нас идет вот такая вот бумажулька, краткое руководство для услуг ОВИ. Вот так оно выглядит, красивые картинки, кулечки, кулечки, кулечки. Далее у нас идет, что это у нас, информация о сертификации, то есть это РСТ, сертифицированный продукт. И в конце концов мы вот достаем инструкцию по эксплуатации. Черно-белое, вот здесь вот есть гарантийный талон, заполнить можно. Кроме того, в комплекте идет 2-гигабайтная карта памяти. Она установлена в самом телефоне. Вот здесь вот. Вот она, карточка. Ну, если честно, давайте я сразу вам ее покажу. Вот она, карточка такая вот будет. Если честно, могли бы и побольше бы поставить в комплекте. Хотя бы гигабайта на 4. Все-таки телефон музыкальный, и фото у него активно будет использоваться. Вот, собственно, все, что идет в комплекте.